Сергей Сидоренко хорошо известен многим жителям Ленинского округа. Часто он становился героем наших новостей. Сергей – почетный донор крови Подмосковья. Его донорский путь начался в далеком 1992 году. С тех пор он сдавал кровь 219 раз. Сейчас Сергей Сидоренко принимает участие в специальной военной операции на Украине. В данный час наша страна в опасности. Кто, если не мы, будем оберегать наши семьи, наших жен, наших детей, нашу страну? Поэтому я принял для себя решение и решил, что я должен тоже по мере возможности своих сил идти и защищать нашу страну. В редкие минуты затишья Сергей пишет стихи. Одна из записей с авторским исполнением попала к основателю проекта «Стихи живут повсюду» методисту Видновского историко-культурного центра Наталье Замариной. Она решила, что Сергей Сидоренко и будет героем очередного эпизода проекта. Поэзия, стихотворная речь явилась к нам как молитва, как способ общения с Богом. Воины Великой Отечественной войны в своих вещмешках доносили стихотворные томики до Берлина. Сегодня в Петербурге вышел в свет сборник поэтов нового времени «Смертельная русская речь», он называется, для воинов СВО. Стихи живут повсюду. Итак, Сергей Сидоренко, позывной «Грифон», исполнит стихотворение собственного сочинения, которое назвал «В бой». «Взвились красные ракеты. Нам в атаку выходить, танки, смерчи, БТРы, нам моторы заводить. Ротный наш уже бывалый, есть медали, ордена, поведет рукою смелой до победного конца. Нам нужна одна победа, нет фашизму на земле. Скоро будем мы обедать в Киевском Крещатике. Дали мы присягу, верность, чтоб страну оберегать, силу, духа крепость, Русь святую защищать. Дома ждут нас наши дети, мамы, жены и семья. Наши узы очень крепки, родины мы сыновья». Пожелаем нашему земляку Сергею Сидоренко скорейшего возвращения домой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.